Привет всем, вы на канале CryptoMax, и сегодня в обзоре у нас новый ICO проект с названием Element Estates. Идентификатор вашей недвижимости, станьте частью уникального проекта на основе блокчейн с базовым недвижимым имуществом. Общественная продажа начнется в октябре 2018 года. Element Estates создает платформу на базе блокчейн с базовым уникальным портфелем недвижимости, создаваемым из-за проблемных активов банков. Эта платформа предложит возможность использовать токены LS через покупку, аренду и другие услуги, прежде всего связанные с недавно разработанными и современными свойствами собственности платформы и исключительно с помощью токенов LS. Проект дает возможность участвовать в чем-то, что позволит увеличить стоимость токенов от разблокировки скрытой стоимости проблемных активов, возникающих из неработающих банковских портфелей, обычно зарезервированных для основных игроков. Цель проекта – это предложить всем возможность пользоваться проблемными и недооцененными возможностями объектов недвижимости, связанным с блокчейн, чтобы иметь возможность сделать это и обеспечить более высокую ликвидность токена. Проект разработал весь процесс таким образом, чтобы токен LS был единственным средством оплаты всех услуг и свойств в общем портфеле, а также то, что токен будет уменьшаться с каждой транзакцией. Платформа LS будет сочетать безопасность и стабильность сектора недвижимости, высокоприбыльный потенциал проблемных сделок с недвижимостью и прозрачность блокчейн. Это будет способствовать существенному росту стоимости токена. Небольшая часть фондов от продажи токенов пойдет на развитие платформы, в то время как большинство будет распространено на строительство портфеля недвижимости с увеличением недвижимости в течение определенного периода времени. Все новые объекты станут доступны для аренды и продажи. При каждой транзакции определенное количество токенов будет блокироваться в течение определенного периода времени и выводиться из обращения. Это положительно скажется на значение токена. Платформа будет служить центром взаимодействия между держателями токенов LS и фондом, созданным для приобретения туристических, коммерческих и жилых объектов в регионе Юго-Восточной Европы. В то время как фонд будет сосредоточен на выявлении проблемных активов, начиная с региона Юго-Восточной Европы, который может быть реконструирован как проекты в области недвижимости, позднее он будет продавать или сдавать в аренду объекты недвижимости. Все транзакции будут выполняться исключительно с помощью токенов LS. Также владельцы токенов LS смогут воспользоваться возможностями платформы, то есть это аренда туристических объектов, начиная со стран Юго-Восточной Европы, покупка или аренда коммерческой и жилой недвижимости, взаимодействие, обновление и информация о свойствах фонда, быстрая конвертация токенов LS через поставщика платежных услуг, специальное обслуживание кредитных линий токена LS, платежная карточка, поддерживающая LS, услуги в сфере недвижимости со смарт-контрактами на внешние объекты и другие решения и услуги. Разработка платформы LS и приобретение собственности начнется сразу же после окончания продажи токенов. Разработка платформы LS займет от 6 до 9 месяцев после первоначального предложения монет ICO. Решения о проекте, которые будут использоваться в качестве базовой базы, будут основываться на всех стандартных анализах количественных, качественных, статистических и динамических с прогнозами денежных потоков, проверенных нашими консультантами по недвижимости и по алгоритму, разработанному командой Elements, который учитывает уровень риска и соответствующую норму прибыли. Общее количество токенов составляет 250 миллионов токенов. Софткап, которые хотят собрать, 2,5 миллиона долларов. Хардкап 50 миллионов долларов. В первые 7 дней стоимость одного токена будет составлять 45 центов. Далее, в следующие 7 дней будет составлять 50 центов. И еще через 7 дней будет составлять 55 центов. То есть уже последующие все дни будет стоить 55 центов за один токен. Так, далее у нас по процентам соотношения распределения токенов. Команда, которая работает над данным проектом, основатель,
и многие-многие другие разработчики компании. На сайте вы сможете ознакомиться, скачать документ White Paper. Всем рекомендую это сделать для более детального и глобального ознакомления с проектом. Также есть самые популярные вопросы и ответы на них. А также я хотел бы вам еще посоветовать подписаться на социальные сети. Это Facebook, нажимаете кнопочку «Нравится», Twitter. Также читать и вступайте в Telegram-чат Elements Estates для живого общения с инвесторами, менеджерами. Там вам с радостью помогут и ответят на все ваши вопросы. Всем спасибо за внимание. Это был обзор ICO проекта Elements Estates. До новых встреч!